Продолжим нашу прогулочку по городу Фано. Очень много детей в этой Италии, я заметил. Или их на самом деле много, или просто они все гуляют сегодня. Чао. В общем, они здороваются, чао. И прощаются, чао. Вот, пожалуйста, примерные цены, если кому интересно. Но я скажу, что здесь не дешевые. 92 евро, 84 евро, 96 евро. Вот такие вот кроссовки, 108 евро. То есть сказать, что здесь дешево нельзя. Но есть тут, конечно, и такие дешевые. И за 5 евро тут даже разные были. Правда, я качество не знаю, что там. Но все есть. Если я не ошибаюсь, у нас впереди море должно быть. Так, сидят. Сейчас попозже. Дело в том, что сейчас еще утро. Ну как утро? Еще нету обеда, скажем так. Уже утро такого тоже раннего нет. Вот попозже у них тоже начнется эта сиеста, и все замрет. Никого не будет, все будут сидеть дома или спать, или пить, или есть. Одним словом, релаксировать будут, отдыхать. Все закроется, пока же все работает. Перекусить здесь, вот в центре, можно за 10 евро, за 8 евро порцию. Смотря что берешь, ту же пиццу, к примеру. То есть цены, естественно, чуть дороже, чем если отойти от центра. Вот, а так вообще за 5 евро можно хорошую вкусную пиццу поесть. Также эти тут есть рыбные seafood, так называемый, очень распространен. Вообще тут и еда вкусная, и воздух здесь вкусный, и жизнь здесь какая-то вот вкусная. Не знаю, может, потому что я тут, скажем так, проездом, и не знаю все, что здесь внутри происходит, но даже общаясь и с местными, и с местными, все здесь как-то очень хорошо. Особенно сейчас летом, все довольны, все счастливы. Каких-то недовольных, измученных лиц, кроме вот этих вот супермигрантов, я не видел, но они всегда измучены. Точнее, они даже не измучены, а больше играют измученных, чтобы им копейку подкинули. Вот, а так в остальном все нормально. Здесь железная дорога, а нет, это какой-то дворик, очень красивый. Видать, это какое-то древнее строение, они его сохранили. Точно. Какая-то площадь была. Видать, здесь раньше была площадь. И сейчас здесь сделали площадь, ну как сделали, оставили просто ее и сверху построили новые дома. Велосипеды со стеклом. Видать, у них, видать, они такую скорость набирают, что аж стекла стоят впереди.
впервые вижу, чтобы у этого велосипеда было лобовое. А не, море вон там, кажется, с той стороны, а не с этой. Ту-ту-ту-ру-ру-рум. Ту-ру-ту-ру-ру-рум. Ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-рум. Пес такой не слабый сидит. И вот опять стена идет. Вот эта стена, она вот так по кругу получается. Как бы идет. Везде. Полицейский у нас на велосипеде такой. Очень серьезный тип. Да, это у нас стена идет оттуда. В общем, город вот так по кругу получается, этот стеной огораживался. И эти строения, которые мы видели сейчас, площадь тоже к этому отношению имела. Здесь вот продолжение. Такие дела. Вышли за город, можно сказать, за центр, за старый город, да, это старый город, все верно. Друзья, пока все, а вот, сейчас мы посмотрим, Фано Романо, это, видать, Фано, когда Римская империя была. Вот он, получается, этот забор идет. Здесь эти фотографии, все тех времен, 925 год, 1925. Это получается как бы уже весь, скорее всего, вот он этот забор точно. То есть весь город он практически, раньше он весь город, если я все правильно, конечно, понимаю, весь город он оборону держал такую. В старые добрые времена. Вот, к сожалению, ничего более рассказать не могу, потому что я в этот город попал случайно. И, как обычно, никогда не смотрю заранее, что ждет впереди, потому что когда смотришь, много читаешь того, что, в общем, что потом мешает, хочется все видеть самому и ощущения получать первыми, а потом уже смотреть, где ты был и что ты видел. Такие дела, друзья. Пока все, смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.